кратко, на какие инфекции и когда нужно обследовать себя. Прежде всего, обследовать, безусловно, нужно тогда, когда есть жалобы, что-то вам не нравится, зуд, выделение, запах, вообще дискомфортно, тогда, безусловно, идем. Второй момент, когда вы должны обследоваться, и обязательно, если вы планируете оперативное вмешательство, либо планируете беременность. Вот когда вы планируете беременность, на инфекции лучше забрать с собой и полового партнера, чтобы убедиться, что он тоже здоров. Так какие инфекции нужно смотреть при обследовании? Хламидии 100% лечим у всех, и у нас, и у полового партнера. Уреоплазм много, обращаем внимание только на одну, уреоплазму гениталиум, и то, если в бакпосеве она выросла. Гонорея выявляется в любом мазке, если у вас выявили, выявляем у полового партнера. Сифилис, опасная инфекция, сдайте кровь, чтобы узнать. Гепатиты B и C тоже кровь, ВИЧ тоже кровь, но помните, эти три инфекции обладают длительным инкубационным периодом, который может составлять полгода, а иногда и больше. Поэтому повторим через полгода, особенно если мы готовимся к ответственному материнству.